Вот их, морда, прикинь. Слышишь? Предкормленного, блядь. Дорогая, отдай перловку, а я съела. Ну, блядь, доедай червей и поехали домой, блядь. Контент, блядь, охренеть. Полное ведро почти. Дырка там от бублика. Точно рыба? За корягу? Окунь, окунь, такой прям, ооо. Окунь, я говорю, прям. Ань, почему они сразу дохнут, да? Неплохой. А. Вот так, говорит, вот так вот, да. На себя. И этим чик-чик-чик-чик, наверное, потихоньку. К полу прижимай. Сейчас вытащим, блядь. Ну точно там. Пойди, там лапать, наверное, блядь.
Но он только этот остался, чешуя, блядь, от него большая. Какой костер, блядь. Сука, сорвался, блядь. Ну бывает, блядь. Неплохое местечко, Гашан, да? Так чисто душевно отдохнуть. Сука, как хорошо, блядь, пошел, блядь. Ничего, ничего, сейчас наверху. Дорогая, дай хлеба. А я съела. Дорогая, а дай горох. А я съела. Дорогая, а дай перловку. А я съела. Ну, блядь, доедай червей и поехали домой, блядь. Кто? Ага. Да, таких халапов много. О. Ну, в общем, рыбалка чудо, во-во-во. Валентин Николаевич идет. Сейчас мы тут прям его стороны. Маленький. Карпенок, да? Карась. Ой, ебать, зареху, блядь. Вообще тут. Контент, блядь. Охренеть. Полное ведро почти. Но нет, так чуть-чуть. Не наглеем. Да? Отойди. Не наглеем. От шитрока почти полное, бля. В общем, весело у нас тут. Потом покажем, что в конце. У кого что будет. А то память заканчивается. Еще потихоньку. Не наглеем? А? Там машина не приехала? Это рыбалка, блядь. Даже крючки рыба рвет. Это какая-то здоровая большая была. Хорошая прям. Ну, вот урожай. Неплохой. Во, скорпионок тоже неплохой. Лапки. Во. Ну, есть, есть. На ужин, на обед. Ну так вот. Уметь надо. Так, ну что, наверное, подвести можно финалочку, итоги сегодняшнего дня. Утро началось. Очень замечательно, 9 мая. Ай, посмотрите. Посмотрите. Просто красота, лепота. Все заняты. Кто-то червяков насаживает. Кто-то рыбу снимает. Гашан ведет что-то. Ага.
Нихуя себе. Нихуя себе вот эта рыба. Рыба. Ребятки, рыба. Поэтому надо закругляться, наверное, или что? Да. Осталось там. О, лягушачья свадьба. Карпенок, да? Карась. Чудо просто. Из далекого расстояния прям как калька нога. Ну, вот когда к рыбе, так, прижимаешь? Так вот. Вот с ладошки. У него открывашки, дай боже. Шампанскую бутылку обхватывает пальцами вот так вот вокруг. Вот представьте, какой карась был. Так. Нет, тут он черный. Все. Был. Пакеты уже, ведра наполняются. О. Наглеть не будем? Ну все, Галка там команду. Мол, крючки сматывайте. Вот еще карасик. Только и... Так, по жидке не смотри. О, тут вон. Хорош, хорош. Во сколько рыбешки. Какие-то будут, наверное, отойдут. Вот, которые... Их надо... В общем, съездили очень удачно, хорошо. Вот сколько денег. Хорошо, да? Всем привет! Сегодня будем готовить рыбу. Вот наловили. Сейчас вот карасики и карпята. Сейчас мы замаринуем и после пожарим. Ветер сегодня сильный. Вот не знаю, получится, нет ли костре. Полчок сорвать. Нарежем и через дырку пропустим. Чтобы сок. Сок дал? Да, хорошо, прочитался. Ну да, смотри, как карасик как издевается. Все коты здесь.